Астана в эти дни объединяет еще и художников, скульпторов и дизайнеров со всего мира. В столице открылся ежегодный фестиваль «Астана Арт Фест». Свои работы уже представили полсотни авторов. Дамир Абуов наслаждался прекрасным. Нынешний фестиваль «Астана Арт Фест», как всегда, уникальный и неповторимый. Через современное искусство авторы этих, не всегда понятных на первый взгляд, инсталляций несут в себе скрытый смысл номадизма, культура и образ кочевников – главная тема выставки. Это сейчас очень модное направление, вообще в принципе в мире востребованное. А оно у нас в крови. Мы номады, мы кочевники. И само собой это как бы выходит наружу. Артфест в этом году в два раза расширил географию участников. В течение лета выставка будет пополняться новыми уникальными работами. Всего жителям и гостям столицы представят больше 70 инсталляций и скульптур. Некоторые уже собирают целые очереди. Называется Темир Булат. Можно сказать, это 26-летний молодой, перспективно образованный, умный человек, казахстанец. А здесь автор пытается передать значение обычных колес. Ведь если задуматься, это не просто средство передвижения, а средство соединения целых континентов. Глубокий смысл и в этой огненной инсталляции. Британский скульптор создал ее специально для Казахстана. Многочисленные гости фестиваля, кажется, уловили посыл. Арт-фестиваль Nomad Energy в первую очередь призывает, так скажем, быть номадом, применять все те знания о кочевниках, которые уже скопились, и передать их в современном мире. Ежегодный фестиваль только начал свою работу и продлится до 10 сентября. Особую программу организаторы готовят на празднование Дня города. Дамир Абуов, Сунжар Жартиев. Итоги дня.